пережил ночь ужасов. Поможешь мне? Спасибо, что спас меня. Примешь это от меня? Ужаса. Готов ли ты к испытанию? Что за испытание? Я разложил на арене 10 предметов. Легко найти, трудно забрать. Да, цена за участие не маленькая, но и награда 10-кратная. За хорошее шоу я готов платить. В чем подвох? Ха! Тебя не проведешь. Подвох в моих обезьянах. После старта я выпущу их на арену. Не боишься с ними столкнуться? Обезьяны так обезьяны. Посмотрим, из какого ты теста. Оставь оружие здесь. Входи на арену. Когда крикну «Старт!», начинай собирать предметы. Посмотрим, насколько тебя хватит. Передумал? Ты красавчик! Я выиграл! Чистое, настоящее насилие. Я всегда говорил, что постановочные драки — полная фигня. Погоди, чего это зараженные не трогают черепа? Ночной бегун, я тебя недооценила. Чистое, настоящее насилие. Я всегда говорил, что постановочные драки — полная фигня. Улет. Ночи ужаса надо каждый день устраивать. То есть, каждую ночь. Это был твой первый раз? Правда? Какой-то новичок пережил ночь ужасов. Головная боль? Помогут травы. Жар? Травы.
Диарея! Господь сегодня поднасрал. Да? Храбрец ты или пижон? Чистое, настоящее насилие. Я считаю, что ты справишься.
Ты жульничал. Никто еще не побеждал. Награда десятикратная, значит? Послушай, такое дело, я не думал, что кто-то сможет выиграть. Ну, и? И у меня нет столько денег. Бля, что такое? Они вырвались, бежим! Вот срань. Электричества нет. Сделай что-нибудь. Что, блядь? Они меня не слушают. Помогите! Спасибо.
Спасибо! Ты нас спас! Блеск, посмотри, что ты наделал! Сначала победил, жульничав, несомненно. Хватит выдумывать. Плати давай. А потом убил моих обезьян. Моих дойных адских обезьян. Плати, Янус. Живо. Шутишь? Да это ты мне должен! Ты угробил мой цирк! Мой бизнес! Не заплатишь, рискуешь к ним присоединиться. Могу дать половину. Это все, что есть. Знаешь что? Чудовище здесь ты! Я мог умереть. Ты заслуживаешь награду, дружище. Дай угадаю. Драться пришел? Угадал. Я пророк. Это мой дар. Похоже, у нас проблемы с логистикой. Не хватает зараженных для боев, видишь ли. Иронично, не правда ли? Если готов помочь, снаружи тебя ждет работа. Хорошо, спасибо. Схожу. Тогда до скорого. Жалко, что у нас телевидение. Oh!
Слушай, ты похож на бойца. Север сказал, что тебе нужна помощь с охотой. Дай взглянуть на твои ноги, руки. Ты же Эйден. Наслышана. Север прислал кого-то способного, мило. Откуда ты? Мы знакомы? Нет, но то, что я о тебе слышала, впечатляет. А впечатлить меня трудно. Так в чем тебе нужна помощь? В охоте. Мясорубка платит за пушечное мясо для представлений. Я его поставляю толпами, только в этот раз нужны бегуны. Ненавижу гадов. Затем ты мне и нужен. Ты ловишь бегунов, я остальных зараженных. Награда пополам. Что скажешь? Конечно, могу помочь. Рассказывай. Я нашла 3 гнезда бегунов. Вот где они находятся. Запомни, мясорубки они нужны свежими. Так что возьми это, не убивай. Дай знать, как закончишь, а я займусь остальным. Ладно, работенка по мне. Если кто-то и может это сделать, это ты. Еще пару лет назад никто до...
Yeah.
Шэньсу, первый есть. Я в тебе не ошиблась. Оставь его и ищи следующего. Помни, у этих тварей нет мозгов. Только бегать и могут. Но их можно направлять, сгонять в стадо и загнать в угол. Спасибо за совет. Работа такая.
Это сюрприз. Эй, давай посмотрим внимательно. Yeah.
Шэньсу, второй уже готов и отдыхает. Я знала, что ты не прост. Но все равно удивил. Похоже на начало крепкой дружбы. Поймай последнего, и мы закончили. Кстати, видел след, что они оставляют? Я изучала этих гадов. Это их пот. От такой скорости они дико потеют. Из-за мутации выделения гуще и пахнут отвратно. Ты так много о них знаешь. Почему сама не ловишь? Говорю же, ненавижу их. Остальных, значит, любишь? Не в том дело. Потом расскажу. Удачи с последним. Yeah.
Шэньсу, есть последний. Отлично. Думаю, это не последнее наше дело. Мы еще поработаем вместе, увидишь. Все, можешь приходить за своей долей. Рада, что с этим все. Почему это? Я говорила, ненавижу их. Так и быть, расскажу почему, но не смейся. Обещаю. Когда я училась быть охотницей, мне нужно было поймать бегуна. Я его выследила, погналась. Быстрый был гад. Пот так и лился. Я почти нагнала его, как вдруг поскользнулась на луже пота. Подвернула ногу, бахнулась с крыши и во труп. До сих пор слышу смех наставника. Но ты все равно стала охотницей. Стала. Но бегуны — мое проклятие. Когда-нибудь вы столкнетесь? Да, когда-нибудь. Жду не дождусь, напарник. Господь сегодня поднасрал, да? Говорю тебе, кристаллы все еще там. Джек и Джо ни за что не пропустили бы такую ценность. А ты бы? Вот твоя доля, как договаривались. Тут мне делать особо больше нечего, но надеюсь, мы с тобой еще поработаем. Помочь еще с чем-нибудь? Нет, пока не надо. Да и мне уже пора. Это место на меня давит. А, серьезно? Ты же слышал, как изменился турнир. Я плохо разбираюсь в людях. Иногда кажется, что проще понять зараженных. Они не могут не убивать, в отличие от нас. Послушай... Здесь просто слишком мало хороших людей. Ты же здесь. Так что хотя бы один есть. Пока, Эйден. Это пока все, Эйден. Чувствую, что мы скоро еще встретимся. Ужаса надо каждый день устраивать, то есть каждую ночь. Говорят, настоящее шоу начинается поздно ночью. Ты чистая, настоящая насилие. Его бои — это как перед падением. Thank you.
Убеждено, побеждено.